Ну, а здесь у нас вот такая вот ситуация. Я подойду, ему сделаю замечание. Вот здесь росло дерево. Сейчас тут машина. Мужчина, опустите окно. А как вы думаете, вы нормально припарковались? Сейчас из гостиницы внучка выйдет и... Ну, прямо вот здесь раньше росло дерево. Сейчас эта грязь, вы выведете сюда на дорожку, да? Что это очень... грязь? А вы не видите, что здесь раньше дерево росло, и здесь зона пешеходная, здесь заезд запрещен вообще. И вы что, хотите, чтобы я посадил дерево? Нет, чтобы вы съехали отсюда. Потому что вы сюда не имеете права заезжать. Нету места, где припарковаться в гостинице, вы понимаете? Ну так поищите в другом месте, но не здесь. Вот гостиница. Ну так вопросы к гостинице. Я поставил вопрос. Да, ну так ищите дальше парковку. Сейчас выйдет... Вызову сейчас полицию, будет вам штраф. Вызовите, я сам полицейский. Что, да? Серьезно? Да. А в каком райотделе работаете? В райотделе. Или в министерстве каком, да, работаете? В каком министерстве? Полковник полиции. И что дальше, если вы полковнику, вам можно нарушать правила дорожного движения? Не нарушаю я ничего, здесь стояла... Вы не нарушаете? Здесь... Вы знаете, где вы сейчас находитесь? Другая машина здесь стояла. Пешеходная зона, мужчина. Пешеходная зона, это не просто тротуар, это пешеходная зона. И здесь раньше дерево росло. Он сотрудник полиции, полковник. Я просто в шоке, какие у нас сотрудники полиции, если он вообще сотрудник полиции. Кто знает, сотрудник ли он полиции или нет, блин. Здесь другая машина стояла. Офигеть, полковники полиции. Просто жестяк, что у нас творится здесь. Вот идешь себе, гуляешь себе свободно, и тут вот находишь вот таких вот индивидуумов. И сейчас станет под знаком, стоянка, остановка запрещена, работает эвакуатор. Вот это у нас недополковники полиции. Если он полковник полиции, то я турецкий летчик. Вот он знак, ну и вот... Ой, вот идешь по городу и просто удивляешься с такого количества этих мудозвонов.